Украсила квартиру, конечно, скромненько, но со вкусом. Но, к сожалению, я не имею больших средств, чтобы покупать себе живую елку. Ну, довольствуюсь искусственной, тем, что есть, как говорится. Кто там? Миланка, привет, с Новым годом! Привет, моя любимая. Привет. С Новым годом тебе. Спасибо, тебя тоже. 100 лет с тобой не виделись, Миланка. Ой, и не говори. Ну, проходи, как видишь, у меня уже все готово. Я ждала тебя, Кристинка. Я рада, что мы будем встречать с тобой Новый год вместе. Поэтому давай сниму шапку и садись. Хорошо. Вот, садись сюда. Ну что, подруга, с наступающим тебе Новым годом. Давно мы с тобой не виделись. Жизнь, наверное, тебя столичная закрутила, засосала. А помнишь, мы с тобой, когда были в детском садике, в ясельных группах, обещали, что никогда не расстанемся и будем лучшими подругами. Да, было время. Было время. Ой, да, подруга, было время, правда. Помню времена нашей дружбы. Уже около 12 лет прошло, но я все еще помню нашу детсадовскую дружбу. Я видела это на мой инстаграм подписанном, поэтому примерно знаешь, что у меня в жизни происходит. Ну, а у тебя как дела? Да, немножко в курсе всех событий. Да как у меня дела? Как видишь, квартирка у меня скромная. Живу я бедно. Мама живет с отчимом и с еще его одной дочкой в квартире. Я вот тут перебиваюсь здесь, снимаю квартиру, учусь параллельно и на удаленке работаю. Решила вот квартирку к Новому году украсить. Ну, а моя жизнь очень скучная и банальная довольно. А ты, да, я видела твой инстаграм, ты довольно-таки успешная бизнесменша, как я погляжу. Бизнес-вумен. Ну, я рада за тебя, подруга, Кристин. Здорово, что ты так в жизни смогла пробиться. Не то, что я ни на что оказалась неспособная. Не смогла я пробить свою дорогу к славе, так скажем. Готовишь ты вкусно, подруга. Ты прямо загнула, успешная бизнес-вумен. Я просто зарабатываю хорошо. Учусь вот тоже. Только я учусь на удаленке, так сказать. А работаю я... У меня вот салон своей красоты открыла. Он довольно-таки в нашем маленьком городке успешный. В столице, да, я жила какое-то время с родителями, но решила вот сейчас сюда переехать.
Да прям нормальная у тебя квартира. Да, правда. Жаль, конечно, что общаться перестали, но у нас еще все впереди, подруга. Да, подруга. Да, вспоминаю те прошедшие годы, когда мы были в садике с тобой, когда участвовали в новогодней постановке. Я правда думала, что мы подруги навсегда. Жалко, что так получилось. И вот так вот наши судьбы, так сказать, разъединились. Пицца правда вкусная. И да, кстати, спасибо, что ты пришла встретиться на Новый год. А то я думала, что уже никто не придет. У меня ведь друзей как нет, так и не было. Да ладно тебе, ты преувеличиваешь, Милан. Ведь все же хорошо, замечательно просто. Я очень рада, что я к тебе пришла, моя любимая подруга. Кстати, а на личном фронте у тебя как? Я вот недавно встречалась с одним чуваком богатым. Он мне iPhone 15 подарил, на Тесле ездит. Да, замечательный парень, но ты знаешь, не сложилось у нас с ним. Зато iPhone остался. Не, ну, в принципе, это мой третий по счету 15-й iPhone, поэтому не знаю. Я, в принципе, продаю два остальных. Потому что мой самый первый, который я купила на 1 терабайт, мне больше всего устраивает. А те продам, наверное, или оставлю. Неизвестно еще. В общем, довольно интересный парень. Да. Он мне и дом снимал, огромный коттедж, двухэтажный. Короче, веселая жизнь у меня. Ого, вот это тебе повезло. А я с обычным Xiaomi за 100 тысяч хожу, и то на него несколько месяцев копила. Да, подруга, кому-то везет, а кому-то нет. Кому-то все, кому-то ничего. Я рада, что жизнь у тебя сложилась. Не то, что у меня. Ой, да ладно тебе, подруга, и у тебя жизнь тоже сложится. Но не все ж такие успешные, как ты. Слушай, а ты точно, ну, этого всего сама своим путем добивалась? У тебя не было там, ну, мужчины, спонсора? Потому что я, ну, в ТикТоке слышала, что своим трудом девушкам очень тяжело добиваться своего бизнеса, и удивляюсь. Как ты смогла этого добиться? У тебя точно, ну, мужчины нет? Друга, неужели ты во мне сомневаешься? В моих способностях? Ты что? Нет, конечно. Нет у меня никакого мужчины. Нет у меня тем более никакого спонсора. Я всего добилась сама. Да, я еще очень молода. Но я смогла пробиться и выбиться в люди. И это моя гордость. Повезло тебе, Кристинка, повезло. Ну что, еда очень вкусная. Я думаю, настало время дарить подарки. А то скоро Новый год. Я тоже так думаю. Ну пойдем, пойдем. Вот. Твой подарок. Вау, какой он красивый! А вот твой подарок. С Новым годом тебя, Кристинка. Спасибо. Он такой замечательный. Мне очень приятно, спасибо. Какой красивый подарок. У меня какой-то однообразный зеленый. Просто не смогла найти коробку красивее, а у нее красивый, с блестками. Такой классный. А у меня какой-то невзрачный, зеленый. И содержимое тоже не очень. Ну что, давай открывать. Ты знаешь, я думаю, давай вместе откроем подарки. Я думаю, будет классно. Ну хорошо, давай. Ты прости меня за то, что подарок такой невзрачный. Мне просто деньги не позволяют. Ты меня прости за содержимое. У тебя такой подарок классный, а я тебе подарила не самый лучший подарок. Неужели ты думаешь, что мне важна материальная составляющая подарка?
Ты же моя подруга. Да, мы много лет не общались, но это не значит, что если твой подарок не будет соответствовать моим, так сказать, желаниям, то он мне не понравится. Мне не важно, что там. И я в любом случае буду рада твоему подарку, потому что я дружу с тобой не из-за материальных благ. Да, у меня есть друзья такие же богатые, мы обмениваемся подарками, но прелесть в том, что если я могу тебе что-то подарить, и ты мне взамен не сможешь ответить, то это ведь хорошо, потому что ты же знаешь, что так в Библии написано. Это же хорошо, когда человек не может тебе воздать. Тем более, ты моя подруга, поэтому не говори глупостей. Она хорошая, я была о ней совсем другого мнения. Давай тогда вместе подарки откроем. А давай, я не против. Раз, два, три, сейчас узнаем, что внутри. Опс. Вау, какие духи замечательные. Подруга, это что? Это твой подарок. Надеюсь, он тебе понравится. А мне понравился твой подарок. Мне очень понравились твои духи. Я обязательно их поставлю на свой дорогущий сервант и буду ими пользоваться. Спасибо большое. Стин, это же очень дорогой подарок. Это дорогущее колье. Оно же от модного дизайнера. Я такое видела в инстаграм-аккаунте одном. И вот такое вот прекрасное зеркальце. У меня еще никогда не было такого красивого зеркала. Кристин, как мне тебя отблагодарить? Это же так прекрасно. Не за что. Я только рада, что тебе нравится. Кристинка, спасибо тебе, подруга. Мы же обещали друг другу, что будем общаться, несмотря ни на что. А ты пока примеряй свои украшения. Я закрою твой подарок. Сейчас. Вот. Вот. Ну, примеряй тогда. Примеряй украшения. Вот, посмотри, как мне. Тебе очень идет, красотка. Правда? Ну, конечно. Тебе замечательно идет. Класс. А там еще, по-моему, его можно другой стороной одевать. Пойдем, один. Пойдем. Вот, посмотри, можно еще и так носить. Прекрасно, оно тебе так идет. Спасибо, оно, наверное, такое дорогущее. Мне для тебя ничего не жалко. Ты моя подруга, сегодня Новый год. Спасибо. Давай поставим подарки под твою елку. И свой, и мой подарок поставь. Ну давай. Дед Мороз упал. Еще сейчас подарок возьму. Духи положу в свою сумочку. Угу. Сейчас вот так вот поставим. Угу. Посмотри, какая красота. Да, и не говори. Сейчас, погоди, я свет выключу. Ну, подруга, давай проводим с тобой старый год. Ты правда доказала мне, что когда люди по-настоящему любят друг друга, когда они по-настоящему дружат, для них материальный достаток не имеет никакого отношения. Ты правда мне это доказала. И я буду рада видеть тебя в своей жизни в новом году. Да, я тоже буду рада видеть тебя. И с удовольствием буду дарить тебе еще дорогие подарки. Я рада с тобой встречать этот Новый год, потому что я совсем одинока. И я рада, что ты у меня есть. И я рада, что ты у меня есть. Ну что, подруга, с Новым годом, с новым счастьем.